Не играйся. Посмотрите, у него рога. Да. Посмотрите, вот, смотрите. А почему? Он, вот, видите, у него какие? Да. Сросшиеся. Да. Как ракушка. Нет. Хорошо. Да. Хорошо. А почему у них нету рог? Ну, надо у экскурсовода спросить. А где он? А там, вот впереди мы немножко отстали, пошлите ко всем. А? Ну, в мешке спорта третий будет, там кофе. Эй, Игорь, понравился Игорь. Вот шикарный у меня, конечно. Да. Лапки замерзли, или чего? Ну, она, видишь, наверное, тогда, когда ей хочется, а не под заказ. Должно что-то произойти, не знаю, там есть что-то там. У них какие-то ситуации, когда вот они приходят в определенных ситуациях. Там... Настроение хорошее, не знаю, солнце посветит, либо еще что-то там. Сокол? Сокол. Сокол кречет. Зыркай, зыркай. А кто это орал? Вот этот? Нет, павлинчик. Он тот, который. Виталий Геннадьевич. Да, 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 да. Виталий Геннадьевич. Выпендривается еще. Вот такие павлины. Да. Ну, надо достать только так, подожди, аккуратненько. Вот сюда.
Так. Покажите мне пирога. Ну, это надо палочки либо экскурсовода просить. Так, счастье. Ну, летает тетеревятник. Я тетеревятник. Отойди. Что он, что он делает, рассказывай. Ну, летает на клетку специально. Да? Он запугивает меня. Запугивает. Да? Да. Ну, запугай. Вот. Ему летать надо, видишь, а туда не смотри. Видишь крылышки, да? Справа есть, слева нету. То есть, если он полетит, то ему проблематично будет. Чего? Смотри, перед блоком птичку съел. Подружу. Видишь, он ест, он ну, в крови. Под крылья он валяет. Пойду поснимаю поближе. Ну, здравствуй, кровожадный. Мне кажется, ему не ест. Он там тут. А ты, походу, с него-то не видишь. Там кто-то крюкает, я думаю, там поросенок. Там говорит, это Алиса говорит, да. Именно самка. Фазан золотой и желтый. Дорогая, какой. Виктор, на тебя не успевай щелкать с этими как бы. Фазан золотой. Посмотрим, как козы живут. И руку из кармана вытаскивают и перевозят. Виталий, заходи! Да. Себе надень просто, если что, так вот, раз. А мама попросила козла сфотографировать, я сфотографировала козла. Да? Молодец. Детки, повернитесь сюда. Ты кого зовешь-то? Северный олень. Меня, наверное. Да девочка. Девочка? Да. Ну она хорошо слушала. Не гоняйте, не гоняйте.
Аккуратно, подходи. Это они побегут все толпой, свалит кого-нибудь из маленьких. Да, Олег Геннадьевич, у них тут жилище большое. Да, большое тут жилище. Стены белые, я облокачиваться. Пойдем туда. Стены белые, пожалуйста, не облокачиваться. Курдючная овца. Ну, вот так вот, вот. Ошибка природы. Яйки. Яйки поперли. Здравствуй, старый знакомый. Как твои делишки? Ну дайте почувствуем. Она обиделась, что я хотел рога срубить вот этому кадру. Раз, а, молодые. Он знает. У них половозрелость, да, что только 6-8 лет. Это вообще их выращивают как на... Шерсть молоко, мясо. Да. Какой хороший. Да, скажи. Нечего. Вот молодец сделал, Яков. Яков очень полезный. Смотрите, до 6 лет нужно быть, чтобы надоить. Она не любит позировать, да? Да, она такая. Да, подожди, а. Яйца так же, как и быки, и коровы. Я ему сказал, что это просто. Они не реагируют ни на красный, ни на какой-либо цвет. Так что нас обманывают. Они реагируют только на резкие движения. Яки? Да. Ну, животные все, наверное. Ну, как быки, коровы. Просто нам же, знаешь, что красная тряпка для быка. Здравствуй, Калёш. Да, ты ущипнуть хочешь или чего? Да? Иди подожди. Иди подожди. Подожди. Что такое белое? Да. Это кто? А там что-то там, да. Я, может, заводится. Подтраивает. Корм пришел. Да. И мы зашли как раз тогда, когда лить начало. Северный олень, да. Видишь, туда принесли, они выбегают, да, туда, да, посмотреть, да. Как бы, и сюда возвращаются, если там не видно. И зовет, да? Он зовет меня. А, так вот, 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 вот эти звуки. Да. Звук такой необычный, да? Классный. Да? Да, да. Я уже к страусам сходила, новое перо взяла. Да? Молодец, да. Добычица растет. У меня здесь много всего вот это. Да. Это все страусы.
осиное перья, и это чье-то. Да? Да. Молодец. Осталось только павлинье купить, и все. Да. Альпака не кормить. Чисто, чисто черный, белый. Да? Вот, а, дай капусту. Все, нет. Вот, смотри. Капусты-то и не было. Есть там кусочки. Ну расскажи нам тоже сказку. Расскажешь сказку? Я там выступал. Сожалею, фотка она не позирует. Да? Девочка? Ты девочка тоже, нет, да? Нет, кто-то я не знаю. Привет. А если она вот так вот стукнет, то дырка. Близко, чтобы лицо не попало. А почему у них ноги только два пальца? Я тебе. А вторая. Два пальца? Ну, не так по природе положено. Да. Просто, не знаю, неприятно. Да, неприятно. Все втроем. Меня за это пиво чуть не ущипнули. А я вот такой черный. Я как только лезу, на меня этот... Самый красивый ушел погулять. Я черный. Думаешь, там что-то? Смотри, самый величавый. Вон, смотри, черненький такой. Глянь, какой. Думаю, вон. Да что это вы здесь собрались? Да, смотри, какой он. Жил. Какие какие мысли, да? Угу. Так, дети, отходим, отходим подальше. Ну что, осторожно, тюкают, да. Если что, да. Видишь, они... Да. Все, Алёша. Я крутой. Да ты хороший, горит. Так не кусайся, не надо.